Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что 100% сбудется в ближайшие дни. И в ближайшие дни, девочки, какое-то спокойствие у вас будет. Спокойствие, уравновешенность, никаких дерганий. Как-то вот спокойно прям пройдут ближайшие дни. Что еще будет в ближайшие дни? Шестерочка. Это старший аркан ангел в этой колоде, да, говорит о том, что прям какое-то благополучие, спокойствие. Ну, вот прям, я повторяюсь буквально, да. Вот, кроме того, это может быть какая-то вот очень приятная встреча еще. Кто-то еще появится в вашей жизни. Еще, что 100% сбудется, по девяточке крови. Вот какой-то праздник, торжество, что-то вы будете праздновать. Вот я же говорю, какая-то вот встреча очень приятная, да, и дальше вот продолжение, праздник, торжество. Но это не перемены, да, это вот... Ну и на этом торжестве, девочки, почему такая приятная встреча? Вот мужчину я вижу, мужчина скорее шатен, с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Вот, возможно, вы как раз ждете с ним встречи, с этим мужчиной. Либо это мужчина, с которым вы расстались, и у вас есть все шансы для примирения по ангелу, конечно же. Либо для вас это может быть новое знакомство, а для кого-то по господину времени вполне возможно предложение либо о переезде, либо о совместном проживании, либо о браке, либо может быть о совместном путешествии. Вот. Ну и хочу сказать, что вот по зеркалу исполнятся какие-то действительно, то есть вот не просто так, это с одной стороны события такие спокойные, да, а с другой стороны действительно события, которые вот так легко, ненавязчиво, да, подведут вас к исполнению какого-то вашего желания, связанного вот с этим мужчиной.